Готовим рыбные котлеты из щуки. Нам понадобится тушка щуки. Отделяем филе. Далее обжариваем одну морковку и одну луковицу. Затем перекручиваем на мясорубке мясо щуки, сало, одну луковицу, чеснок, булочку, размоченную в молоке, и жареные овощи. Добавляем одно яйцо, перец молотый и соль по вкусу. Хорошо все перемешиваем и смоченными руками формуем котлеты. Далее обваливаем их в панировочных сухарях и обжариваем на среднем огне с двух сторон. До готовности. Котлеты получаются очень сочные, вкусные. Всем приятного аппетита!